Привет, привет, мои хорошие. 31 декабря. Смотрю свою любимую комедию «Иван Васильевич меняет профессию». Я ее, знаете, сколько раз смотрела за всю свою жизнь, не сосчитать. И каждый раз смотрю ее с удовольствием. Каждый раз мне эти смешные моменты вызывают смех. Просто не улыбку, а именно смех. Просто нечто. Детки мои спят, оба усыпила, наконец-то. Дочь в люльке, сынуля на кровати. Так, фокус. Вы знаете, мне в личку приходит сообщение, немного, но бывает, с периодичностью, что девочки хотели бы встретиться. Я подумала, может быть, перед отъездом все-таки встретиться. Кто сможет подойти, я встречусь с вами. Если даже это будет один человек, ничего страшного. 3 января, торговый центр «Северный». Детский мир, где находится. Там есть небольшая кофейня ЗМ. Вот там можно встретиться. 3 января, торговый центр «Северный». Он напротив автостанции, напротив поворота в Семендер. Торговый центр «Северный», кофейня ЗМ. В 3 часа. Если придет хоть один человек, я буду рада. Я все равно туда, в детский мир, приду по своим делам. И посидим, поболтаем, кофе попьем. Кто придет, пишите под этим видео или в личку мне в Инстаграм, чтобы я там долго не сидела, не ждала, если что. Все, закрываюсь. Еще раз я всех поздравляю. Наверное, когда это видео уже выйдет, это уже будет 2019 год, потому что в 2018 я видео поздравления не смогла выложить. Интернет очень слабый, видимо, загруженный, все друг другу пишут, звонят и так далее. Я вас всех поздравляю с наступившим уже новым 2019 годом. Так, закрою дверь. С наступившим уже новым 2019 годом. Пусть этот год вам принесет только хорошее, все плохое, все хлопоты, проблемы, невзгоды, пусть все останутся в уходящем, ушедшем уже в 2018 году. В 2019 я желаю вам счастья, всем девочкам желаю женского счастья, здоровья. Это самое важное, я всегда говорю, что здоровье на первом месте и мирное небо над головой. Если есть здоровье и нет войны, остальное все можно сделать. Все можно заработать, все можно купить, все можно найти, я не знаю, приобрести и так далее. Вот кашель у меня так до сих пор и не проходит. Все-таки это не простуда какая-то, а какой-то аллергический кашель. Вот так что, девочки мои, будьте счастливы, любите себя. Без этого никак. Без этого никак. Я постоянно смотрю, вот дверь там у нас гости, чтобы не ворвались, как у моей семьи бывает. Я видео снимаю, они врываются, прям могут дверь открыть. Так что всего-всего-всего хорошего. Пусть ваше счастье растет из года в год. Даже нет, не надо из года в год. Изо дня в день пусть растет ваше счастье. Пока. Пока. А? Скажи. Скажи. Да? Да? Пошли. Пойдем. 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 Скажем что-нибудь. Что скажем? Что скажем? Новым годом! Он уже поздравил моих подписчиков, да, в Инстаграм. С Новым годом, девочки, мальчики. А ты скажи, Новым годом. Скажи Новым годом. Новым. Скажи Новым, Новым, Новым. Да, да, во. Привет, сынуля. Привет. Выговори это слово, выговори. Да. Правильно. А ну скажи еще раз. Говори еще раз, давай скажи. Ну, выговори. Что ты хотел сказать? Давай говори. Последний рывок! Он трудный самый!
Мои хорошие, и постоянная тема на моем канале, она, наверное, никогда не исчезнет с моего канала, потому что я турецкая жена. Это изучение турецкого языка. Я изучала турецкий язык по сериалам, но, знаете, каждому свой способ. Есть люди, которым нужны именно курсы турецкого языка, которые не могут по сериалам изучать. Я вам советую именно онлайн-курсы турецкого языка. Сейчас у них новогодняя акция. 66% скидки вы заплатите за полный пакет курсов всего лишь 7700 рублей. Я считаю, это недорого сделать себе новогодний подарок. Это вложение в ваши знания, в ваше будущее. Изучение иностранного языка – это никогда не будет лишним. Меня смотрят девочки, которые замужем за турецкими мужчинами, которые собираются замуж за турецких мужчин. Думаю, в первую очередь нужно выучить язык, прежде чем выходить замуж за турецкого мужчину. Оно никогда вам не будет лишним, это наоборот будет огромный плюс. И вы знаете, когда самостоятельно учишь турецкий язык, даже не когда самостоятельно учишь, а изучаешь турецкий язык, большая, очень частая ошибка наших славянских девочек, русскоговорящих, в том, что мы неправильно делаем ударение, неправильно ставим ударение. В турецком языке почти все слова заканчиваются ударением на последний слог. У нашей девочки ударение ставят так, как привыкли мы. Поэтому это очень большая ошибка. И еще одна ошибка, часто которая бывает, это очень твердая буква «Х». В турецком языке буква «Х» мягкая, она еле-еле слышна, простите за мой голос. Еле-еле слышна, но это наша частая ошибка. Чтобы не было таких ошибок, я вам советую изучать турецкий язык по онлайн-курсу. У них сейчас, вот повторюсь, огромная скидка 66%. За 7700 вы можете получить весь пакет. Доступ к пакету не ограничен. Логин и пароль приходят автоматически сразу после оплаты. И приступить к прохождению курсов можно сразу. Курсы в пакете рассчитаны на все уровни турецкого языка. И предназначены для развития всех аспектов. Грамматика, чтение, восприятие на слух и говорение. Так что, девочки, мой вам совет. Учите турецкий язык, прежде чем переехать в Турцию. Это будет вам большим-большим-большим плюсом. Все, закрываюсь на этом. Привет, 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 мои хорошие. 1 января у нас, 5 часов вечера. Вот эта принцесса не спала до 9 утра и не давала бабуле спать. Мы с сыном выстегнулись в 6 часу. Ну, сынуля вел себя прилично. А она вот, я же говорю, капризуля. Ей нужно внимание все время. Не трогаю, не трогаю. Все хорошо. Принцесса, давай поговорим с тобой. Серьезно поговорим с тобой? Что случилось? Что такое? Оня, какая у тебя проблема? Кто обижает? На этого смотрите. Он, скорее всего, занят там кое-чем. Потому что слишком серьезный. Сынуля, ты занят, да? Заседание у тебя? Оку? Принцесса? Давай поговорим о твоем поведении. А? Ты когда перестанешь бабулю мучить? А? Ты последние дни решила ее вообще довести, да? Были дни, когда где-то неделя была, когда она ночью спала хорошо. Мы аж обрадовались. Это было после похода к остеопату. Сейчас вот опять возвращается. А сейчас она так, в таком состоянии, не трогайте меня, я хочу спать. Если ее лишний раз тронешь, она раздражается. Ну, конечно, до 9 утра не спать, еще бы. Она хочет целый день выспаться теперь и ночью опять бодрствовать. Посмотрите, у нее и спит на ходу. Pçençik. Çıkıyorum. Bak hepimizde var. Ben çekeyim. Bak orada da dönme dolabı görüyor musun? Gözüküyor mu oradan dönme dolabı? Işıklar ne var? Görmedim. Avukat Gamze buraya bir selam çak. Dönme dolabı. Merhaba. Nereye selam gönderiyorum? Dünyaya. Yansıtana. Yarın bir uyanıyormuşum, bütün Rus vatandaşları avukatlık için başvuruyor. Niye? Sana mı? Utanıyorum ya şu an.
Hakikaten. Bizim reklamımızı yapsa ya Fatma. Başka bir yapacağız abi. Kadar müşteri. Gelsin onu yaptıracağım mı? Gelsin yaptıracağım mı? Hiç söylemediniz siz başta yabancılar çok geliyor diye. Yabancıyı sormadı. Yer Amerika'ya sattı zaten. Vay. Yalan haber de. Beni şöyle iyi tanıyın, yakında geleceğim. Geliştirsin çünkü. Geleceğim. Beni çok çekti herhalde, beğenmedi, bir şey oldu. Belli olmaz, Erman'ın bir algısı var. Öyle ya. Şöyle de. Abi bir buçuk dakika var. Türkçe var. He? Biraz daha. Türkçe var, görmez. Bir buçuk dakika oldu ya. Öyle mi? Siz, parmağını kaçın.